выбрался на поле в Алексеевке у нас на Сибирске. 100 лет тут не был. Тут отличное оборудование, площадка. Вот. Выкошена Т-образная полоса под любое направление ветра. Вот моя программа на сегодняшний день. Никого здесь нет. Ветра практически нет. Ну, может, 1 метр в секунду. Все вот это окружение, это не туман. Это дым от горящих лесов. Ну, начинаю с крыла, одеваю шапочку. Сейчас посмотрим. Вот мое модернизированное крыло. Я поставил другой двигатель. Ну, как всегда. Запускаем. И газу. Полетели. Поскольку туман, далеко аппарат отпускать не буду. Пущай он тут вот рядом летает. Ну, мощи, естественно, этого мотора за глаза хватает. Сейчас загоню повыше. Оп, начинаю планировать. Ну, вообще, легкий ветерочек навстречу практически стоит. То есть крыло летать, ну, очень хорошо. Надо бы повторить несколько вариантов. Ну, сажу в травочку. Оп. Ну, все, фильма снята. Сейчас посмотрим, попадаю я, не попадаю. Это крыло. Thank you.
чаю. Давай, начинай процесс.